Я не стремился стать актером, так получилось. Я приехал в Мумбай совсем по другому поводу. Я искал работу в Мумбаи. Вначале было тяжело жить в Мумбаи. Я думал, что вернусь домой, когда там страсти поулягутся. Но у судьбы были насчет меня другие планы. И я так и не вернулся. Люди, с которыми я раньше был знаком сам или через друзей, никогда не помогали мне. Я обращался ко всем с просьбой дать мне работу, чтобы я смог продержаться в Мумбаи. Но они так и не помогли мне. Зато люди, которых я не знал, предложили мне работу и помогали достать еды, чтобы дважды в день поесть. Было чистой воды удачей, что я получил роль в фильме, а после этого все пошло само собой, и я просто продолжал сниматься в кино. Чтобы выжить, мне нужны были деньги, и я продолжал работать. Я никогда не думал, что однажды стану играть главные роли. А когда это произошло, я точно так же был уверен, что мне не придется больше играть отрицательные роли и становиться злодеем. Но смотрите, это тоже произошло. Я все еще помню, как долго люди из киноиндустрии не могли принять меня и признать меня как звезду. Их поражало, как я, не имея типичных в то время признаков болливудской звезды, смог ею стать.